И я вас категорически приветствую. Михаил Васильевич, здрасте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права. В последнее время с философией у нас как-то вот никто, по-моему, не дружит уже. Да, я бы не сказал. Всегда были люди в философии, которые что-то делали, и люди, которые в философии находились. Поэтому это общая картина. Но философия ведь так буквально не зависит напрямую от той ситуации, которая есть в экономике или в политике. Или она есть, эта философия, или нет. Философов ведь великих очень немного было. Был вот древние философы, потом был Аристотель, потом был Гегель, были Маркс с Энгельсом, был Ленин. Ну вот, так сказать, перечень не такой уж и богатый. Поэтому ну, это надо великие, к ним, а в целом это великие, а соответствовать хоть как-то надо. Они чему-то умному учили. Они учились от чему-то умному. Вот, например, Гегель, на которого Маркс ссылался, что он мой учитель. Говорит, мое отношение к Гегелю очень простое, он мой учитель. Потом, так сказать, Маркс и Энгельс сначала были младогегельянцами, когда вот говорят, что вот, так сказать, они перевернули Гегеля. Было не совсем так. Они сначала были объективными идеалистами, как Гегель, а потом почитали Фейербаха, сущность христианства, и стали материалистами. Но дальше они не ограничились этим материализмом таким созерцательным, что мы наблюдаем, что есть. У них материализм преобразующий, диалектический. Но потом диалектически применили к истории. Поскольку к истории применили материализм, поэтому исторический материализм. Но какой они материализм применили? Диалектический. А вот Ленин, который изучал науку логики, таких было политических деятелей после Ленина вообще ни одного. После Ленина. Потому что вот он изучал в 2014 году и написал, что нельзя вполне понять «Капитала» Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Про Бухарина он писал, с которым сейчас носится, что, дескать, вот один из молодых сил, теоретик партии, заслуженно считается любимцем партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Поэтому, если взять, так сказать, так называемую левую тусовку, ну, там бухаринцы в основном, которые считаются теоретиками, считаются философами, но вот главного они в философии не поняли. А, можно сказать, завещание философское Ленина было сделано в такой специальной статье, вступительной, к первому номеру журнала под знаменем марксизма. Там Ленин пишет, что вот наш материализм без гегелевской диалектики будет не сражающимся, а сражаемым. И мы не сможем устоять под натиском реакции и лжи. Что, собственно, и произошло. Я не беру там политические, экономические вопросы, кто когда что сделал, плохое, антисоветское. Но если вы не изучаете то, что нужно для движения нового общества, сознательно управляемого, то, естественно, вы не сможете устоять. Это прямо было написано. Поэтому, говорит, должны быть все кружком любителей гегелевской диалектики. Ну, я вот принадлежу к числу тех людей, которые в этом кружке находятся, и даже руковожу таким кружком. Вот, так что, и чему же вы там учите? Я там, что надо нормальному человеку знать для того, чтобы думать правильно? Нормальному человеку надо сначала знать, чтобы думать правильно, что надо постигать истину. И вот надо сказать, что вот как раз вопрос об истине больше всех людей волнует. У меня там много лекций вывешено в интернете. И лекции, в общем, ну, по философии, я не думаю, такой вот уж предмет, чтобы прям все кидались. Но самое интересное, что они не по каким-то конкретным вопросам, а вот лекция о том, что такое истина, понятие истины, или истина и гегелевская философия. Вот она получила, так сказать, самое большое число посещений. Значит, народ все-таки в России сейчас задумывается над тем, что такое истина. А ему вместо этого, как всегда бывает, вы просите одно, что-нибудь вкусное принести, а вам какую-то дрянь, как вот пальмовое масло подсовывают. А вам что подсовывают в качестве пальмового масла? Мнение, дескать, вот у меня есть особое мнение. Вот у меня есть мнение, что долны 5 километров, но я еще не ходил. Вот пойду, может, проверю, может, 7. Что вы будете спорить со мной? Спорить нельзя со мной, потому что по поводу мнений вообще глупо спорить. Вот я бы не советовал бы нападать на тех, кто имеет особое мнение. Ну, мнение у меня такое. Мнение, это я же отказываюсь от знания, правильно, если я сказал, что мнение. Если у меня было бы знание, я бы сказал. Какое у меня знание? Я вот, скажем, астрономию изучал немножко. Я был на матмехе, у нас на первом курсе была. Там, правда, говорили, что не 5 километров. Не 5. И даже не 7. 300, там, тысяч. Но я... Это знание. А у меня мнение есть. А мнение у меня что 5. Вот, то есть, и я на нем твердо могу стоять. И она у меня особая, сейчас особенно. То есть, знание не волнует людей, а волнует, видите, некоторых людей. Причем, которые выступают учителями, видите ли, в общественном мнении, что, дескать, вот особое мнение, давайте его послушаем. А знания вы не хотите послушать? Людей знания. Люди знания не в почете. Люди знания, они, да что они могут сказать? Они же только знают, а вот у нас мнение особое. То есть, человек, который имеет только мнение, про него Гегель говорил так. Этот человек снижает знание до мнения. А мы должны возвышать мнение до знания. Вот если я смогу возвысить свое мнение до знания, то тогда я освобожусь от субъективизма своего мнения. И тогда это будет не просто знание, а еще и не просто мнение. Оно мнение-то останется, но если оно уже совпадает с сознанием, то это тогда не просто мнение, а убеждение. Вот убеждение – это лучше, чем мнение, правда? А если у меня только мнение, это вообще грош цена ему этим мнением. При этом надо иметь в виду, что вот Гегель не ограничился вот тем, что я сейчас сказал. Он начал разбирать такие вопросы, как вот вопрос первый – правильность. Вот то, что у нас в жизни много хорошего, это же правильно. Да. Правильно. А то, что в нашей жизни очень много плохого, и даже очень много, это же правильно. Правильно. Ну, а правильно будет, если я буду вот заниматься только одним, рассказывать, какая у нас кругом дрянь да и грязь. И то правильно, потому что это все вот, чтобы если кто-то со мной будет спорить, у нас еще есть одна категория в запасе – достоверность. Вот мы создадим комиссию, включим вами уважаемых людей, пойдем проверять. И вот все, что я рассказал про какую-нибудь грязь, которая есть в России, дрянь, у нас очень много дряни. И вверху, и внизу. Хотя некоторые говорят, что элита почему-то вверху, но всегда вот считалось, что наверх всплывает не обязательно самое хорошее. Вот. Элита – это же вот как элитное зерно, это лучшее. А лучшее, может, надо внизу искать. Вот среди рабочих, среди ученых, там, среди учителей, среди простых трудящихся. Ну, наверху, наверное, тоже есть какие-то элитные зерна, отдельные зерна. Но это вовсе не значит, что если у меня большая должность, если я профессор, то мне все, что я говорю, правильно. Это, я думаю, это немножко разные вещи. Одно дело звание, а другое дело знание. Мы же различаем звание и знание. Ну, в общем, да. Вот давайте будем различать. Так вот, достоверность означает, что мы проверили. А раз мы проверили, вот это достоверно уже. А истина? Не знаю. Потому что истина, на самом деле, она не может быть односторонней. И истина – это соответствие понятия объекту. Вот если вам удалось так рассказать об объекте, что это соответствует ему, то это истина. Но если истина не противоречива, а формально логическая истина, она никогда не будет противоречивой, а тогда она не истина. Например? Например? Ну, возьмите любую истину, вот скажем. Вот у подлеца есть хорошие качества? Возможно. Почему это возможно? Невозможно, чтобы не было. Ну, может, он патологический подлец. И даже у самого патологического подлеца есть хороший... Он кошек любит. Или собак. Убедили. К примеру. Да. То есть, не может быть такого, чтобы человек был... Нет такого объекта, где бы не было противоречия. Например, вот здесь даже такой анекдот идет, как евреи собирались побить каменьями Марию Магдалину. Не только собирались, и начали ее уже бить. За грехи. А тут и Христос. И вот он идет и говорит, кто без греха, тот бросит в нее камень. И никто не бросает. Потом раз слева летит. Он поворачивается и говорит, мамочка, сколько раз я просил, когда я работаю, не надо мне мешать. Ну вот больше ни одного человека, кроме вот мамы Христа, мы не можем назвать, у которого бы не было греха. Ну, нет такого, не может быть. Поэтому, более того, всякие, скажем, недостатки, они проявляются в действии. А действия, да, они должны быть антиобщественными. Ну, какое общество, так и антиобщественные действия. Поэтому можно вообще на этом сосредоточиться, потом получить достоверное знание, то есть проверить, комиссии создавать и так далее. Поэтому можно все окрашивать в грязный цвет, в черный, а можно все окрашивать только в красный и праздничный. Но на самом деле, поскольку все противоречиво, то и истина тоже противоречива. Вот, то есть нужно показать, либо этот человек положительный с отрицательными качествами некоторыми, либо отрицательный подлец, но с такими хорошими качествами, которые позволяют ему быть мошенником. Вот как, скажем, вот те, кто создают всякие пирамиды, они же, вот, им люди доверяют. Вот я сколько банков ограбил, значит, банки мне доверяют, иначе мне не удалось бы их ограбить. Поэтому что это означает? Это означает, вот есть такая статья в Уголовном кодексе, называется мошенничество. Что это такое? Злоупотребление доверием. Люди доверяют, а он, так сказать, на этом доверии, так сказать, деньги у них забрал, и очень большие. Воровка на доверии. Да. Михаил Васильевич, вы практически готовый адвокат со всех сторон вещи видите. Я участвую иногда в процессах, да. Чувствую опыт. Довольно часто. Вот, я хочу сказать, что вот этот вопрос, значит, вопрос в том, что мы будем изучать? Истину. А есть еще другое определение истины. Истина, вот первое, которое я назвал определение, это истина, это соответствие понятия объекту. Но если мы уже поняли этот объект, и мы хотим его преобразовать для благих целей, то есть улучшить, развить, то есть вот это уже диалектически будет материализм, то тогда уже истиной мы будем считать соответствие объекта понятия. Если вам удалось свой прекрасный план осуществить, свое прекрасное обещание реализовать, вот это и истинное было у вас идея. А если вам не удалось, значит, истина не получилась. Поэтому истина или берется как соответствие понятие объекта, созерцательная такая истина. Я сижу и смотрю, что соответствует, что не соответствует. Или другое, преобразующее, что я не просто сижу и смотрю, а я, так сказать, пытаюсь переделать тот мир в соответствии с теми интересами, которые являются прогрессивными, передовыми и так далее. И вот эта переделка мира, вот это истинное дело. Поэтому мы за истину. Но есть люди, которые только за мнение. И вот они путаются вечно под ногами, говорят, а у меня мнение такое, что у собаки 5 ног. И спорить с этим бесполезно. Я, например, никогда не спорю. Если человек так считает, ну, это его мнение. Он же сам сказал, что это просто мнение. А что тогда к нему придираюсь? Он же не сказал, что у меня есть знания. У него есть мнение. Но это вот же специфическая вещь. Еще один. Это же специфическая вещь. То есть, например, есть у нас, ну, некая радиостанция, да? Некая СМИ, возьмем, так сказать, некая, абстрактно, да, не называя фамилии, имен там. Да. И вот в нем собрано некая общность граждан, которые являются носителями очень-очень схожих мнений. Да. И эти граждане, вещая свои мнения, которые не являются ни знанием, ничем вообще, вот вещая все это на огромные массы... Там элементы знания обязательно есть. Ну, присутствуют. Но немножко есть. Да. Вот, они вещают на гигантскую аудиторию и таким образом формируют это самое формируют это свою аудиторию. И потом опрашивают свою аудиторию, правильно ли они сформировали то, что они формировали. И у них совпадает. Да. А почему? Если я бы формировал, почему же у меня не совпадает? Они преобразующую роль выполняют. Они преобразуют мнение, формируют. Вот видите, они, собственно, руководствуются тем, о чем я говорил. У них есть задача. Задача эта, может, формируется в Вашингтоне или еще в других городах. Я не знаю. Я ведь не знаю, я же это не утверждаю. У меня мнение просто такое, что это эхо Вашингтона. Да. Это мнение. Это не знание. Я ничего не знаю про них. Боже упаси. Вот. И они формируют это. А потом говорят, знаете, говорят, мы проверяем, так люди наши и считают. Так именно вот точно, так. Как вот мы думали, так они и считают. А что проверять? Это ясное дело. Если я сформировал... Давайте я, вот, скажем, принимаю у студентов экзамен, пусть они попробуют сказать, чего я, так сказать, буду спрашивать на экзамене. Не то, что я, так сказать, я поставлю им 2. А тут этих людей грязью обольют, скажут, вы с таким мнением вылезли. Да оно не соответствует нашему эху. Вот. Или чему там еще, там, какому-нибудь бревну, которое там является, там, или еще какое-нибудь другому названию. Это не соответствует. А раз не соответствует, ату его, гони его. И как тут быть? Вот ключевой, так сказать, вопрос. Как радоваться, что у нас свобода. Свобода, прекрасно. Раз у вас свобода, вас же никто не закрыл, и мне никто рот не закрывает. Ну, они говорят свое, а мы говорим и свое. Идите, вот те хочет слушать вот это вот, то, что вырабатывается где-то в других местах, не в нашей стране, или самыми отбросами нашего общества, которое себя считает элитой, и слушайте их, и смотрите. Вот, а кто хочет создавать, так сказать, свои органы и средства массовой информации, создавайте. Вам запрещают? Не запрещают. У нас никто ничего не запрещает. Вы считаете, что забороть можно только таким способом? Не можешь победить – возглавь другое. Нет, ну, прежде всего, на что-то опереться надо. Все вы будете. Ну, я буду против. И что? Из того, что я против. Вот вы и кушаете бутерброд, а я против. Потом вы начали с икрой есть, я опять против. С севрюгой я опять против. Ну, отрежьте себе эту севрюгу и ешьте. Но для этого надо, наверное, подумать, как поменять вообще экономику. И, может быть, и собственность по-другому устроить. Потому что просто это на них говорить. Ну, как, что тут страшно? У нас это все было, мы ничего не боимся. Мы же жили это все. Я же жил при коммунизме. У нас коммунизм был с 1936 по 1961 год. Я как раз родился в 61-м, не захватил. Вот, вам не повезло, а мне повезло. А мне повезло дважды. Вот Маркс в свое время писал, что мы не можем использовать эксперимент в социальных науках. А у нас вот эксперимент был. Давайте, говорит, мы построим, попробуем разрушить социализм и покажем, что будет лучше. Получилось хуже. У нас экономика вдвое сразу упала. Вот когда говорит Владимир Владимирович Путин, давайте, говорит, удвоим ВВП. Это мы до какого уровня дойдем? До такого, который был в 90-м году. Дошли? Не дошли, даже до этого уровня не дошли, потому что машиностроение полуразрушено, станкостроение полуразрушено, производство инструментов полуразрушено, все интеллектуальные производства, они, так сказать, как бы присутствуют на Западе, а сюда давайте мы нефть будем продавать и будем, так сказать, считать, какой у нас теперь будет рубль. А что, Японии нет никакой нефти, и ничего с этой иеной не делается. Причем тут нефть-то? Вы на себя оборотитесь. Нефть тут совершенно ни при чем. Вы как хозяйствуете, так и получаете. Если у вас все завязано только на одно, продам и куплю. Так это вот самый безграмотный человек может тогда быть в правительстве. Хоть председателем, хоть министром, так сказать, экономического развития, как Ивлюкаев. Я не знаю, что это такое за ученый. Возможно, так и есть. Возможно, так и есть. Я ничего... У меня мнение такое. Да. А мнение это можно ведь высказывать свободно, а особое тем более. Да. Если особое, так это особый шик. Да. Вот я с особым шиком это и утверждаю. Причем, если вы будете спорить, скажу, я профессор, а вы кто? Ну, тогда мое мнение тем более существенное и особое. Хотя, на самом деле, для науки, для знаний, да плевать, что ты профессор. Потому что студент может иметь знания, а профессор может какую-то глупость нести. Потому что он каким-то образом туда пробрался. Всяко бывает, знаем, да, всяко бывает. Вон Горбачев. Вот его, скажем, умным человеком никак не назовешь. Ну, человек был, представляете, генеральным секретарем, президентом. Так? А потом, значит, играл... в какой-то пьеске там «Петя и Волк» в опере, да? Или там пиццу он рекламировал. Ну, подумайте сами. А вот Гегель это все объясняет очень просто. Вот смотрите, говорит, есть вот и наша тема, которую мы и взяли, знание. Вот есть глупость, есть ум, и есть хитрость. Вот хитрость, согласитесь, что посередине? Ну... Хитрость – это тактика, а ум – это стратегия. Нет, ум-то выше, чем хитрость. Да. Умный может быть и хитрым, а хитрый может быть и неумным. А вот глупость, она ниже всего. Ну, так вот теперь посмотрите на эту вот пирамиду. Глупость, хитрость, ум. Вот можно сказать, что хитрость – это низшая степень ума, угу, или высшая степень глупости. Угу. Вот Горбачев – хитрый человек, абсолютно все согласятся с этим. Очень хитрый, всех обманул. Почти. Ну, толковый аппаратчик, мастер интриги, которая помогает двигаться по карьерной лестнице. И сам себя обманул. И кто он стал? Да никто. Вот все ждем, кто бы, так сказать, принял решение о, так сказать, том, чтобы его расстреляли за разрушение Советского Союза, за уничтожение Советского Союза. Думаете, такое возможно? Я думаю, что надо бы задачу поставить и ее постепенно решать. Сейчас нет такого органа, так надо органы создавать, надо к этому готовить. Общественное мнение надо подготовить. У нас есть разные средства массовой информации, может, они поставят. Мы надеемся, они же, у них, может быть, такое особое мнение появится. Почему бы такое не появилось? Вот я уже предлагаю особое мнение. Может, они его не возьмут, а может, возьмут. Давайте чуток назад вернемся. Давай. Вот. Граждане в некоторых СМИ высказывают мнение, воздействуют на гигантскую аудиторию. И эта аудитория мнение разделяет. То есть, тут мы, соответственно, из ваших слов делаю вывод. Не эти... Ну, то есть, возможно, те, которые вещают, обладают каким-то знанием, но не факт, может, кусочками какими-то. А вот те, которые внизу это все воспринимают, впитывают, я практически уверен, что они никакими знаниями не обладают. Да кто им запрещает знания постигать? Вот кто запрещает? Это хорошо. Это, вот, понимаете, это самостоятельный путь. Нет, не только самостоятельность. Вот надо сказать так, если вы будете только потребителем, так, то вы спортсменом точно не будете. Вот скушайте спортивное питание каждый день. Будете вы спортсменом? Мышцы у вас будут такие. Ну, в основном с салом. Ну, даже и мышцы будут, если будете спортивное питание. Так. Вот. Поэтому, если я потребляю знания, я никогда там ученым не стану. Если я только потребляю. Если я не учусь воспроизводить. То есть, а есть у нас возможность учиться? Пожалуйста, учитесь. Вот кто у нас запрещает изучать, там, скажем, великих? Цицерона могу я изучать сам. Безусловно. И стать крупным оратором. Кто мне мешает? Никто не мешает. Так, хорошо. Значит, Маркс кто-нибудь запрещает читать? Вот недавно издали. Я, правда, знаю, как купить по дешевке, а сейчас продают за 1500 рублей 1 том. Красиво издан, так. А сколько всего томов? А всего считается 3 тома, а есть еще 4-й том, так называемый, это теория прибавочной стоимости из 3 книг, которые, так сказать, состоят в том, что Маркс предварительно, так сказать, изучал предшествующие экономические теории и критически их анализировал. Ну, 3 тома надо представить: учение о производстве, производство капитала, обращение капитала и процесс капиталистического производства, взятый в целом. То есть, как на поверхности явления это все выглядит. Там, где банки, клиринг, там все эти расчеты, долговые расписки и все прочее. Если кто-то хочет это понимать, лучше книги никто не написал. До сих пор. До сих пор. И не напишет. Почему? Потому что капиталистическое общество, оно по сущности своей не меняется. Оно являющиеся формы меняет. Скажем, писал Ленин империализм как высшая стадия, но он так написал, популярный очерк. Почему? Потому что он не собирается, так сказать, глубины там переделать, они остаются все. Так сказать, капитал – это самовозрастающая стоимость. Кто с этим? А у нас, правда, самоубывающая. Саморазрушающиеся предприятия, обратите внимание. То есть, наши вот те люди, которые называются капиталистами, они под понятие капиталиста, Марксом данное, не очень подходят. Потому что если капитал – это самовозрастающая стоимость, то должно быть, скажем, прибыль получили, часть прибыли обращают снова в новые средства производства, нанимают новых работников, все это расширяется, дело, да. А у нас сужается, и правительство еще урезает, давайте меньше людей, меньше образования, меньше культуры, меньше музеев, меньше производства, и будет маленькая-маленькая Россия. Что такую задачу поставило Московское княжество? Тем более его расширили. Расширили для того, чтобы, дескать, столица была большой. Давайте сделаем всю Россию Московию, и тогда у нас на 20% у всех остальных зарплаты вырастет. Но, говорит, не хватает на всю Россию. А 80% финансов крутится в Москве. Вот поросеночек маленький, хватает только на Москву. Да, хватает только на Москву. Вот такой дополнительно. Так и что же делать? То есть, каждый может самообразовываться. Значит, но вот тяги в гражданах не видно, чтобы они самообразовывались. Значит, если вы... Да, не видно. Но это, как известно, как бывает. Те, кто тяги не будет такой иметь, такое сейчас время жестокое в истоке, то как бы наша действительность воспитывает. Не будете сами самообразовываться, вас втопчут в грязь. Ну, это как вот говорят, кто не занимается, если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. То есть, не будет так, чтобы вас она не затрагивает. Вот вы ничем не занимаетесь. Полностью согласен. Ничем не занимаясь, ничего не трогаете. Раз вам на ЖКХ поднимают все. Вот скажите, пожалуйста, вот вы точно не политэконом. А вот цены у нас растут или нет? Постоянно. Нет. А что же происходит? Их повышают. Да цены не растут сами никогда. Как определить? Повышают или растут? Посмотрите на цену. Она всегда, вот приходите, она стоит. Вы видели, что вы смотрите на ценник, а там, да не бывает такого. Кто-то обязательно принимает решение. Естественно. А если копнуть вглубь, это вот люди могут самостоятельно прочитать. Ну вот вы, наверное, вот тут вы со мной, хоть у вас может быть особое мнение, но все равно, я думаю, вы со мной согласитесь, что вот развитие человечества связано с совершенствованием орудий. Начали с древних времен. Да. А с совершенствованием орудий производительная сила труда растет или падает? Растет, конечно. Но если она растет, вот видите, ну блестяще вообще это просто. А если она растет, значит, в каждом продукте затрат труда все меньше, и в фитингах, и в этих самых кранах, которые там в системе ЖКХ используются, и в трубках, и так далее. Так у нас затраты труда на производство продукции в России падают или растут? Ну, должны, если так. Что значит должны? Как это должны? Нет, дорогой товарищ, не должны, а падают. Так. Ну, а как это вы хотите так улизнуть от истины? Вы хотите опять мнение вытащить свое вот, особое, что они, дескать, должны? Не должны, а падают они с ростом производительности труда во всем мире. И всегда. Во все времена, и при феодализме, и при рабовладении, и при капитализме, и при социализме, и при полном коммунизме с ростом производительности. Ну, если у вас вы вручную делали, теперь машины делаете, так она щелк-щелк-щелк. Сосиски видели, как сейчас выскакивают? Вот так. Да. Ну, роторные технологии. И авторучки также. Никто раньше, помните, заряжали? Да. Авторучки. Да, вы заряжали, да, я заряжал. Да. Что, кстати, будет заряжать? Выбросили, и новую. Да, потому что они слетают вот так. Поэтому с ростом производительности труда сокращаются затраты. Людям говорят, вы знаете, выросли затраты на ЖКХ. Да не затраты выросли на ЖКХ, я с вас деньги хочу взять. А деньги, если у меня есть монополия, почему мне не взять с вас деньги? Почему бы и не взять? Почему не взять? Вот, например, дескать, вот вы идете в магазин, вы, когда идете в магазин, вы с собой берете весы? Нет, картошку. Но надо бы. Почему вы не берете? Да. А вот, то есть, тот, кто продает, тот и взвешивает, да? Угу. А почему те, кто продает электричество, хотят, чтобы я покупал счетчик за свой счет? Вы продаете у меня электричество, ну считайте, от меня я плачу деньги. Зачем? Или счетчик для воды. А и воды то же самое. А вот я посчитал, а я взял и поинтересовался, значит, а что это за штучка такая? Я посмотрел закон об энергосбережении, пусть народ не дурачит. Нет такого обязательства на все покупать счетчики. Нет такого обязательства. Для индивидуальных потребителей нет такого. Но если на все поставить, на все, так сказать, горячей воды, холодной воды, газовой, электрической и так далее, получается где-то 50 тысяч на семью. Я стал прикидывать. 1 миллион семей в Ленинграде. Неплохо. 1 миллион семей на 50 тысяч сколько будет? Ну, 50 миллионов, наверное. А вот это мнение у вас. А вот если это знание, то 50 миллиардов. У меня с арифметикой очень плохо. Но цифры чудовищные получаются. На миллион умножили. Да, да. 50 тысяч на миллион, еще 3 нуля. Да. Уже миллион, и еще 3 нуля. 50 миллиардов. Да за 50 миллиардов я вам разъясню, что все растет, все затраты растут. Страшно! Падает наша экономика, только вот если с пенсионеров не взять деньги эти, рухнет вообще вся экономика России, а с ней все наши политические задачи. А про бензин? Вот так мы продаем, бензин, например, это вообще нефть, смешно. Да, это вообще перегоняем смешно. Нефть, говорит, у нас дешевеет, говорит, ребята, поэтому вам повысим цены на бензин. А как так получается? Как получается? Потому что если я имею монополию, почему с вас не взять? Вы же не сопротивляетесь, я вас возьму. Вы же вне политики, правильно? Угу. Всем же объяснили, что политики нет. Угу. То есть сначала, вспомните, в ельцинское время партии не надо, никаких политических, политики нет, деидеологизация, армия вне политики. Ну, я как-то был в Академии связи там на конференции научной. Газету раздаю, где я главный редактор «Народной правды», а там один говорит, я вне политики. Я говорю, да ладно, говорю, армия – это первый инструмент политики. Какая может быть, как армия может быть не политика? Детский сад. Детский сад. Вот. А что такое политика? Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Но вы не хотите удерживать, значит, вы не будете цены повышать. Те, кто захватили власть, и будут повышать. А вы-то что будете делать? Один товарищ, правда, так сказать, пришел в булочную, уже инвалид, так сказать, принес денежки, собрал хлеб. Ему говорит, вам не хватает денег. Как? Говорит, я вчера приходил, хватало. Ну, вы все уже вчера, вы вчера приходили, а сегодня уже деньги другие. Ну, ладно, говорит, я пошел домой, буду копить деньги на автомат. То есть эти люди, так сказать, побуждают людей к тому, чтобы они начали самоорганизовываться, наверное, в ополчении, если дальше так цены будут повышать. Это люди, которые толкают людей. Видите, вы же говорите, народ, видите, ничего не хочет изучать, не хочет ничего делать. Но не хочешь делать, у тебя будут... Ты думал, что ты замкнешься в своей комнате, в квартире, так себя начинают. Если ты приватизировал квартиру, налог будет, значит, ты приватизировал. Это твоя собственность? Твоя. Ну, вроде да. Значит, налог на собственность. Кто должен делать капитальный ремонт, если это ваша собственность? Да тоже, похоже, я. Это ваша недавно выяснил. Ваша собственность, эх, дорогой товарищ, вы делаете, нас это вообще теперь не волнует. Это государство скинуло с себя. И эти мелкие частные собственники, а что делает капитализм? Душит мелких частных собственников первым делом. Это называется поддержка мелкого бизнеса. Такой лозунг. Первым задушить. Или вот помните, у нас были ларьки у каждой станции трамвайной остановки. Да, конечно. Потом приняли решение... В порядке поддержки мелкого бизнеса, все их разрезать. Ну вот что, скажем, вот Сталин, он же зверь был, он не трогал эти все ларьки, и во время НЭПа никого не трогали, а просто развивали крупную промышленность. Это был элемент кровавой тирании. Это кровавая тирания была. Значит, развивали крупное производство, а поскольку она там дает дешевую продукцию, то пойдет к вам в ларек. Все пойдут покупать в этом государственном магазине. Нет, но хорошие вещи на колхозном рынке были. Там примерно цена на колхозном рынке в 2,5 раза была больше, чем на государственном предприятии, чем в государственном магазине. И это вот формула цены. А вовсе не рынок ее определял, а цена государственная умножить на 2,5. А кто понесет плохое на рынок, потому что его никто не купит, вы можете в магазин пойти. А если выше, лучше, ну, пожалуйста, за качество платите. Так что... Никуда вы от этого не открутитесь. А сейчас, наоборот, взяли и порезали их всех. И говорят, мы поддерживаем мелкий бизнес. Как и вот этих самых нынешних несчастных дальнобойщиков. Угу. Дескать, вот посмотрели, надо откуда-то деньги взять. С деньгами плохо у Дмитрия Анатольевича. Что-то у него там как-то так оно не заладилось. Что-то не заладилось. Говорит, так, надо взять. Ну, от промышленности нету, от сельского хозяйства нету. Но откуда деньги-то возникнут? Вообще-то они создаются, между прочим, в материальном производстве. Стоимость создается. Вот так, если кто Маркса читал. Ну, Маркс. Не все, я думаю. Все. Особенно там. Нет, думаю, там не распределяются, все. Они перераспределяются. Это вторичное и третичное распределение. Угу. Если вы получили много денег, это еще ничего не значит. Может, они скоро все у меня будут. Это разные вещи. Создавать, это создают рабочие и крестьяне. А вот что касается потребления, ну, рабочие и крестьяне, у них же образования нету, чтобы столько удержать денег, а у нас хватает. У нас, например, в Роснефти члены правления получают 17 миллионов рублей в месяц. Неплохо. Вот. Неплохо. А в Газпроме члены правления, я про руководителя не говорю, я думаю, что он немножко там выделяет чуть-чуть, но в лучшую сторону. 15 миллионов. Ну, бедняки, это как у РЖД. Там, значит, члены правления получают 5 миллионов. Я смотрел, вот свежих данных у меня по Сбербанку нет, но в 2007 году они получали 3 миллиона 700 тысяч, члены правления Сбербанка, 3 миллиона 700 тысяч в месяц рублей. Угу. А потом кризис грянул в 2008 году, и получилось... что пришлось ему резать на 300 тысяч, потому что они еще добавили в члены правления еще людей, надо, видимо, подкормить в тяжелое время-то кого-то было. И вместо 20, скажем, стало 23 человека, а зарплата упала на 300 тысяч у каждого. И только не 3 миллиона 700, а 3 миллиона 400. Вот если бы у вас на 300 тысяч упала зарплата, вы бы так вот не улыбались, как сейчас улыбаетесь. У вас бы мнения все поменялись. Десятка баксов, да, да, серьезно. Вот. Так что вот ситуация у нас очень простая. То есть, либо народ сорганизуется для того, чтобы он решал, осуществлял свои интересы. Но как он может организоваться? Вот вы можете большую яму выкопать без лопаты? Нет. Нет. Даже маленькую. Ну, вот, а в политике вы не выкопаете никакой ямы, если у вас нет политической партии соответствующей. У вас запрещают, что ли, политические партии? Не запрещают. Нет. Но если вы не хотите создавать, ну, не создавайте. И хлебайте, что вам дают, и сидите, и гундите по поводу того, что цены растут, там, дескать, тарифы ЖКХ растут, и еще будут расти. Ну, это же замечательная страна сейчас России. Можно брать деньги, брать. Надо брать. Вон Гусинский, его-то разогнал, так сказать, этих, некоторую кучку негодяев Владимира Владимировича. Гусинского, Березовского, значит, этого самого Мирилашвили посадил на 9 лет. Ну, не сам, конечно, суд сажал. Ну, в суд же направили их. Гусинский пишет: Владимир Владимирович, пустите меня в Россию обратно. Я согласен с вами, я виноват. Неужели такое? Да, именно такие письма. Прям пишет слезные. Только пустите меня, потому что тут золотое дно. Безусловно. А да. Почему золотое? Ну, вот начинаем считать. Вот Россия самая хорошая. Это как смотреть? Это вот там вы кого вообще представляете? Я вот хочу представить настроение высшего нашего слоя, так сказать. Те люди, ради которых делалась перестройка. Ну, вот представьте себе, значит, берем какую-нибудь Швецию там, или Норвегию. Ну, что там? Там разница между 10% самых богатых и 10% самых низких. Доходы самых богатых и самых низких соотносятся как 3-5. Финляндия, Швеция, Норвегия. 3-5 раз. Все. Угу. Европа 5-7. США. На нее некоторые равняются. Угу. Даже эхо оттуда идет. Так, прям оттуда идет эхо. Да. Прям чувствуется. А там действительно развивается экономика. Там очень хорошо развивается экономика. Я бы очень порекомендовал изучать, например. Там, например, ключевая ставка, про которую все плачется наш дорогой Центробанк. Там, как вы думаете, какая вот? Не разбираюсь, не знаю. Можно я скажу? Конечно. Значит, вот там была до последнего времени ставка от 0 до 0,25%. От нее никто не спрыгнет с балкона. Так. И никто не отдаст свою почку. Так. При такой ставке. Потом, как наши средства массовой информации, опять, вот эту величину вы почему не знаете? Потому что это глубокая тайна. Это наши средства массовой информации молчат насчет того, какая ключевая ставка в США. Вот на США мы вроде в каких-то вопросах, вот молятся просто наши люди, а тут вот молчат. Вы на этой самой любимой радиостанции нашей, которую вы как бы имели, может, в виду, а может и не имели, но там никогда этого не услышите. А сейчас повысили ключевую ставку. Как вы думаете, какая стала? 0,3? Не, 0,25 до 0,3. Нет, до 0,5. До 0,5. От 0,25 до 0,5. А у нас с этим делом... А у нас 11%, как было, недавно снова собрался Центробанк. 11%? 11%. Ну, вы представляете, как вот у нас ни один коммерческий банк, так сказать, самостоятельно деньги, так сказать, не собирает. Потому что вообще смысл банка в том, чтобы временно свободные в хозяйственном обороте деньги аккумулировать и давать тут тому, у кого есть временный недостаток. За среднюю норму прибыль. Третий том. Капитал. Ага, нет. Надо просто взять в Центробанке по ставке 11% и под 27 дать. Хотите кредит? Все предлагают кредит. Вот недавно, значит, бросили эту бутылку зажигательной смеси в Ульяновской области, коллектор тому товарищу, который взял, клюнул. И вот это сейчас у нас везде стоят и в Ленинграде. Деньга. Да. Деньга. Знаете, сколько процентов у них годовых? 700. 700% годовых. Все и с него закону стали требовать. Да? Абсолютно. Все законное. Да, а вы можете не брать. У вас же свобода сейчас. Угу. Вы могли брать, могли не брать. Вы взяли, вам... Вот это не по закону. Вот бутылку он бросил не по закону, а деньги он бросил по закону. Надо было почку просто отдать, продать свою. То есть, если ты 1000 рублей взял... Не, я для интереса просто заходил. Вот я пришел, в Петроградскую вышел, и вот там как раз говорят: деньга, идите, возьмите деньги до зарплаты. Я пошел, говорю, я вот, а у меня здесь зарплата не такая уже большая, я же профессор. Не 17 миллионов. Я же не директор магазина. И я прихожу, говорю, а вот хочу взять 20 тысяч, могу? Нет, говорит, вот можете первый раз взять 10 тысяч на месяц, отдадите 20. За месяц? За месяц. А что, вам очень надо? Если не надо, идите отсюда. А что вы пришли? Что вы спрашиваете? Если вам не надо, не надо интересоваться. Я-то тоже пришел поинтересоваться. Да, тоже. Да, я ушел же. Меня же никто... Кто меня бил, что ли, там? Кто-нибудь заставлял? У меня деньги никто не брал. Я просто интересовался. Вот я интересуюсь. Дальше говорю, хорошо, ну я вот принесу вам 20. А тогда? А вот тогда вы можете брать на следующий месяц уже 20 тысяч. Больше, чем 20 мы не даем. У нас микрофинансовая организация. Микроана. Ну, а дать сколько я должен буду? 30. Вот если вы будете так отдавать, 20 брать, 30 отдавать, 20 брать, 30, пожалуйста, и мы вас все время финансируем. Так вы меня финансируете? Я уж не стал им объяснять, что это я вас финансирую, а не вы меня финансируете. Ничего себе! Так вот... Я, честно говоря, извините, перебью, не совсем представляю, а с чего такие проценты отдавать можно? Чем надо заниматься? А нас не Героин продавать? А нас не волнует. Мы отдадим ваше дело в коллекторскую фирму, они вам обклеят со всех сторон вашу эту квартиру, и будут вам звонить ночью, и будут всякие там кидать вам в окно, пока вы... У нас же девочка выбросилась в Ленинграде с 10-го этажа. И позвонила коллекторша и сказала, что ваша семья скоро будет выселена, и всех вас выселим, и так далее. Она разнервничалась и прыгнула, описку оставила. Мне позвонили, сказали, что нас всех выселят, и выпрыгнула. Она живая осталась, удивительным образом. Живая осталась, но... Вот... То есть, это разрешено законом, да? 700%, так у нас же свобода. 700% в год. Она же свобода. Вот это да. А права человека. Знаете, что Чернышевский говорил про права человека? Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Есть у вас и кушайте на золотом. Нет у вас золотого? Ну, кушайте на глиняном. Возьмите у меня, а лизнусь, я вам бесплатно. А право имеете, да? А право имеете. Вот бомж сидит там на помойке, книжку читает. У нас бомжи из кого? Ну, это люди, так сказать, ну, со слабым характером. Так у него было государственное жилье. Его никто из него не выкидывал. И невозможно выковырять, даже если он захотел бы его вам отдать. А невозможно отдать. Вот у меня, между прочим... перестройку, извините, опять перебью, в перестройку было несколько иначе. Да не надо. У меня государственное жилье я не отдал, у меня так и есть. Приняли закон, в соответствии с которым... Не надо. Опять очередной раз продлили. Не обязаны я... Рассказываю вам. Приняли закон, в соответствии с которым вы могли выписываться в никуда. Вообще. Вот в никуда. А, это нехорошо было. Да. И... Это был переходный период от социализма до этого. Как-то раз у меня... От мрачных лет тоталитаризма вот к свободе. Когда вот свобода вскипела, вот у меня как-то сидел участковый, папа участкового, который подельник у него был, нотариус, который оформлял всю деятельность участкового, и наемный убийца, который, так сказать, ликвидировал этих граждан, у которых... квартиры отписывали. То есть, ты из хаты выписываешься, мы тебе домик в деревне предоставляем. Человек выписывается, его сажают в машину, везут до ближайшего леса, ломом по башке, бензин, яма. Но я думаю, не будет у вас особого мнения насчет того, что когда началась приватизация, то особенно много было жертв уже. Потому что очень просто. Я прихожу к вам домой. В настоящий момент у меня цифр нет, но вот конкретно вот этот, конкретно вот этот. Это были случаи, я согласен. Конкретно вот эти. Да я не спорю, я согласен. Но я хочу сказать, что когда началась приватизация квартир, то это совсем другая картина была. К тем, кто не приватизировал, никто и не приходит. Это целая канитель нужна, это уголовщина. А откуда мы приходим? Ну, с ножом. И говорим, ну давайте вот вы нам подарите квартиру. Так. Если вы государственная квартира, не можете же подарить. Надо выписывать, надо нотариуса. Вы же сами видите, надо нотариуса, надо участкового. Да. Это же целая преступная группа. А тогда вас могли еще расстрелять. А сейчас-то сейчас вас не тронут. Сейчас не тронут. Так вот, вы подписываете, что вы дарите. И первое время в Москве и Петрограде очень много было убийств. Вот их, так сказать, никуда особенно далеко не вывозили, тут же убивали. Особенно это какие-нибудь пожилые люди и так далее. Сейчас так не убивают. Нет, там тоже есть своя культура, так сказать. Мокрое дело не нужно. Оно устаканилось, просто в область отвозят, там какой-нибудь хибар дает, он там голодно, он умирает. И все. А все было, все сейчас по закону. Сейчас очень хорошо. То есть, если вам это не нравится, то сейчас, пожалуйста, создавайте, требуйте, действуйте, боритесь. Но если вы не боретесь, что вы хотите? Я отказываюсь от борьбы. Ну, вы как... У Сталина есть такая, например, такая небольшая статья, он говорит, вот на Енисей лодочники, вот они идут, на пороге их несет, ну вот кто-то вот просто ляжет в эту лодку, его об эти пороги разнесет. А если кто-то, давайте на весла, гребите, и спасетесь. Ну хотя бы курс корректировать. Сейчас хотя бы курс корректировать. Сейчас мы находимся в такой, так сказать, бурной обстановке, когда ваши потоки вас сбивают вниз и с ног обычных, нормальных, простых людей, трудящихся, которые думают, что вот кто-то о них заботится, кто-то о них старается. Никто особенно не старается. У вас, пожалуйста, хотите. А если у вас не получается, знаете вы кто? Неудачник. Не поспоришь. А вот Абрамович удачник. Он быстро побежал, когда был старт, и захапал много-много народного добра. И теперь он может это и в разные формы менять. Вот, и считается молодцом. А почему он молодец? Потому что он не лезет в политику. А кто лезет в политику, тот, как вот Ходорковский. Ну, вот, не сказать, молодец. Он там вот варежку шил одну. Вот теперь он просит, чтобы он дали ему шить другую варежку на другую руку. Ну, дело тоже нужно. Это дело нужное, да, потому что все-таки две варежки нужны. Да. Вот. Ну, вот, так сказать, вроде бы как человека выпустили, так помиловали его, но ты совесть-то имей. Ну, как-то тяжело с совестью. Ну, мнение такого человека, мнение мы уважаем. Знания нет, а мнение есть. Так как же? То есть вы предлагаете гражданам самолично, каждому самообразовываться. Почему только? Во-первых, самолично. Если человек не хочет, его заставить нельзя. Вот как вы думаете, я могу заставить кого-нибудь заниматься? Есть отличная азиатская поговорка. Да. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. Ну, ишака точно не заставишь. Поэтому, кто хочет заниматься... Например, вот у нас есть... Вот я являюсь президентом Фонда Рабочей Академии. Это зарегистрировано Министерством юстиции и общественное объединение. В 1994 году зарегистрировано уже больше, чем 20 лет. Вот мы создали университет рабочих корреспондентов. Пожалуйста, приходите каждый четверг и слушайте лекции. Читают профессора. На Чаковской, дом 7. Каждый четверг, вот сегодня что, четверг? Я сегодня лекцию буду читать. Антиимпериалистическая борьба в современном мире. Пожалуйста, приходите, я вас приглашаю. Будете. Идут. Дальше. Есть Красный университет Фонда Рабочей Академии. Это более сложная организация. Это настоящий университет. Есть первое отделение, есть второе отделение, есть программа, она вывешена в интернете, на Лен.ру, на ресурсе. Вы можете, если вы из города Ленинграда, приходите и обучайтесь. Если вы не из города Ленинграда, по интернету вы смотрите лекции, а потом присылаете свои задания, значит, получаете, так сказать, зачеты и, так сказать, оценки на экзамене и получаете диплом. Какой диплом? Общественный, что вы знаете. Только я вам хотел предложить, а у вас уже все сделано, оказывается. У нас сделано. Ну и мы, пожалуйста, зовем. У нас есть люди, одни есть из Англии, кто обучается, есть люди из Латвии, есть люди из Украины. У нас из самых разных сел и деревень. Там, где он будет обучаться во Владивостоке, я не знаю, но он у нас обучается. И это, ну, при наличии интернета, что мешает? Ну, это все дешево уже, я понимаю. А если вы пойдете куда-то в какую-то систему, так сказать, неизвестно чему учат, там очень дорого. А тут у нас все проверенные люди, профессора какие. Ну, все с дипломами, настоящие профессора и доценты, кандидаты экономических наук. Кто не кандидат и не профессор, мы их не допускаем до образования. Почему? Ну, потому что, ну, надо же серьезно сделать университет. Вот серьезный университет сделал Красный университет Фонда Рабочей Академии. Ректором его является руководитель Красного ТВ. Вот он, на нем лежит ответственность, чтобы это все вывесить, хорошо, красиво это подать и быстро. Вот вы, вчера была лекция, сегодня висит. Вчера я вот лекцию читал на первом курсе «Учение о сущности» Гегеля. Сегодня висит, пожалуйста, можете смотреть. Набираешь Красное ТВ и смотришь. Набираешь Лен.ру и там, значит, Красный университет. То есть, кто хочет учиться, вот если бы это было 3 года назад, вы бы сказали, а где мы будем учиться, кто нам поможет? Ну, одному-то тяжело же учиться, согласитесь, конечно, тяжело. Да. Да, сейчас скажу, кто не хочет учиться, у того умственная лень. Потому что вот вам помощь, пожалуйста. А что, мы за вами бегать? Мы не будем. Ну, это для нагрузка для нас. Мы же за это деньги не получаем, профессора и доценты, которые участвуют в работе этого Красного университета. Это мы за свой счет. То есть у вас там люди не мнениями делятся? Нет, да? У нас знания. Делятся знаниями. Делятся знаниями, и люди приходят, чтобы знать за знаниями, за истиной. А истина вообще, вот истина, она сейчас пользуется в России самой большой ценой. Самый большой авторитет у истины. Вот как, сколько бы ни было всяких разных мнений, а вот поставьте вопрос, вы за истину? За истину. Да я уверен, большинство за истину. Ну, за истину, да за истину что угодно будут делать. Получится так, что каждый под этим понимает что-то свое. Нет? Ну, а если он этот вопрос ставит, он может и поинтересоваться, что это такое. Тем более, мы вот уже рассказываем, не хочешь, не слушай, не смотри, наша свобода. Раз и выключи наш. И нету ни одной физиономии, ни другой. Красота. Я считаю, сейчас очень все здорово. Вот раньше все как-то было, вот передают, проверяют, чтобы ерунда не шла в эфир. А сейчас ну, все что угодно может пойти в эфир. А зато ты можешь выключить. А зато ты не можешь что новое включить, а там такая же дурь. Ты новое включишь, там, а у тебя 100 каналов, и везде в основном везде дурь. А зато ты можешь все выключить. Да. Смотри, какая свобода. Еще можешь по телефону эту дурь смотреть, можешь ее в трамвае, можешь в троллейбусе, где хочешь. Красота. То есть, если человек сам никак себя не образовывает, то есть, если он не думает о том, что он хочет выяснить. Хочешь истину? Есть возможности, все книги есть. Люди есть, помощь есть. Я вам конкретно сказал, есть учреждения общественные, которые вам помогают. Ну, если вы не хотите делать, ну, у вас будут все отбирать. И по делам. Считаю, что да, по делам. Ну, а как вы думали? Вы думали отсидеться? Дескать, на партсобрание не надо ходить, на профсоюзную организацию не надо работать. Ну, это же глупости все. Но во всем мире, да нет, во всем мире все повышение заработных плат и сокращение рабочего дня достигнуто либо забастовками, либо угрозой забастовки. Переговорами, что ли? Ну, давайте с вами переговорим. Нет. У вас больше будет в кармане? Нет. На какую сумму с вами переговорим? Хотите про миллиарды поговорим? Если я начальник, то и у вас ничего не прибавится от переговоров, потому что я не хочу деньги тратить. А если я начальник, то у меня прибавится за счет тех, кто у меня подчиненный. То есть должны быть некие инструменты. Ну, должны быть инструменты. Да. Вот, скажем, сравнивать неправильно, но тут подкрутил, да. А там прибавил. А жизнь подкручивает. Жизнь, в общем, сейчас поставила перед людьми такой вопрос. Либо вы по-прежнему, посмотрите, сейчас вот так называемые работодатели, они все партизировались. У нас теперь, сколько у нас, 70 партий уже. Они, знаете, как партии сейчас создаются? Очень просто. Берешь 15 миллионов долларов. 5 миллионов сначала кладешь к себе в карман. Начало неплохое. Так. А кто дает 15 миллионов? Это, ну, есть люди? Есть люди хорошие, они дают, помогают. Ну, вот сейчас, конечно, труд затруднено, вот с помощью из-за границы все начинают этих отсекать, говорят, агенты. Ну, у нас и свои уже есть, вот дадут. Так, люди. И вот десятка осталась. Осталась десятка. 5 миллионов долларов, это надо на тех, кто будет подписи собирать и агитацию вести. Ну, а 5 миллионов надо будете как вот будете за эту партию подписываться, вот вам за подпись. Потом, когда будут звонить вам, вы скажите, что да, я вступил. Больше от вас ничего не требуется. Ничего от вас больше не требуется. Но если будут звонить, проверять. А вы вот состоите в этой партии? Да, состою. Ну, все. Все. И всего-то 15 миллионов долларов. Поэтому партий очень много. А реальных партий очень мало. Ну, реальный что у нас есть? Единая Россия – это реальная же партия, конечно, да, там безусловно. Председатель правительства руководит. Конечно, реальные в Думе они сидят. Так, теперь вы в курсе дела, что каждая вот реальная партия, которая в Думу прошла, денежки получает? 120 рублей за каждого голосующего. Вот если проголосовали на выборах, вот я посчитал, там, скажем, миллион проголосовало за вас, за вашу партию, да? Миллион на 120 умножьте, 120 миллионов партия получает по закону о политических партиях. Но об этом так сильно не говорят. какая прелесть, а? Ну, это здорово. А вы, вот если вы новые... А зачем нам эти деньги давать? С какого перепугу это вообще? Зачем? А потому что за вас народ проголосовал. И что? Поэтому, значит, вы показали себя достойными такими партиями, которые заслужили. А вот эти остальные, которые хотят сюда влезть, в эту политику, а они пускай попробуют за это короткий срок собрать подписи только для того, чтобы вас, так сказать, поставили в кандидатуру только в список на голосование. Вот вы еще набегаетесь и, скорее всего, не успеете. Вот, так что это очень все здорово продумано. Ну, и если, все по закону. Если пятнашки нет, там, конечно, все проблемы возникнут. Ну, понятное дело. Вот. Ну, никто вам не мешает общественное объединение создавать. Создайте общественное объединение «Друзья кино» или «Филателисты». Или вот там, вот мы создали общественное объединение Рабочей партии России. Кто нам мешает? Никто не мешает. Есть закон об общественных объединениях, он не запрещает. И закрыть его нельзя, если оно не зарегистрировано, как его закроешь-то? Раз его никто не открывал, то его не... А есть закон, который позволяет... Вы свободы, это надо пользоваться, который... У нас действительно свободно. Можете согласен. Создать... Какое вам нужно объединение? Объединение ведущих передачи на телевидении. Кто вам мешает? Создавайте, будете там президентом. Не хотите президентом, председателем. А какая от него материальная польза? Никакой. А зачем она тогда? Для понту. Ну... Ну, от партии понятно, если за каждый голос по 120 рублей. Но общественное объединение, оно же может тоже учить людей, помогать им, по крайней мере, спасать от тяжелых ситуаций. Что угодно можете делать. Вообще, надо сказать, что люди избаловались в советское время. Они все думали, за них партия, все решит комсомол, пионерская организация, вам галстук повяжут, все расскажут, и мы всегда готовы. Да не всегда готовы. Ни партия не оказалась не готова к разложению, к уничтожению Советского Союза. Не комсомол. Пионеры, может, они единственные были, которые всегда готовы. Ну, как такой вообще лозунг был? Как вот заранее, вот не знаю, вы учились, какие могут быть трудности, сказать, что вы всегда готовы. Вы всегда готовы к тому, что будет завтра? Я, например, не готов. Я должен думать еще, готов я каждый вечер вот думаю, а готов я к завтрашнему дню? И это надо будет, это вы же тоже понимаете, что вам нужно это. Как же, да. А тут эти люди всегда... Это кто ж такой воспитывал-то? Поэтому воспитали, так сказать, в известном смысле иждивенцев, потребителей. Вот вы не жили при коммунизме, у вас такого потребительского и нет. А я жил, у меня есть. Это недостаток у меня. Я с детства приучен, как крыса, полагаться только сам на себя. А я с детства приучен, что меня все время образовывали бесплатно. 11 лет в школе, 5 лет в вузе, 3 года в аспирантуре. 19 лет вы, наверное, работали, а я в это время все учился и учился. За чей счет? За ваш. Поэтому вам большое спасибо. Хорошо выучился. Вот не знаю. Что главное. И другим знания передаете. Таких много было. То вы некоторые решили, нельзя ли из этих знаний сделать бизнес. Дескать, я вам знания, вы мне деньги. А если я вам передал мысль, как вы думаете, это обмен мыслями? Ну, в общем, да. Это обмен? Даже если я ее подслушал. Нет, даже если вы послушали, она же у меня осталась. Вот если я вам авторучку передал, посмотрите, если я авторучку вам передал, то у меня ее нет. А если я вам мысль передал, то она у меня осталась. Она размножилась. А за что же вы тогда деньги хотите брать с людей? Она размножилась. За размножение моих собственных. Так это же здорово. Каждый, кто эти мысли имеет, вообще ученые, я к числу их принадлежу, но только рад, если люди будут его, так сказать, мысли его впитывать, так сказать, распространять. А вот есть люди, которые из этого деньги хотят делать. За копию этого дела, за распространение деньги будем брать. Но это же тоже неизбежность. Для того, чтобы напечатать книжку, надо завалить лес, убить бобра, переработать в целлюлозу, загрязнить Байкал, по сравнению с тем, сколько гребут люди, которые сидят вот на этом самом, на получении денег с народа. А без них ничего не получается. Сейчас без не получается, людей. А вообще их бы всех можно, вы всех уволить спокойно. Я вам типичный наш советский пример. Книжки стоят копейки стоят книжки. А вот в СССР, если вы помните. А в интернет тоже копеечный сейчас, посмотрите. Согласен. Что вы говорите? Да. Вот. В нашем горячо любимом СССР. Да. Вот я, например, живучи в городе Ленинграде, ни одной интересной художественной книжки купить не смог, которые меня интересовали в то время. Потом у меня батька служил в Германии, и там были гигантские военные городки. Это по нынешним временам, видимо, военные базы советские стояли. В них были специальные магазины, куда специально привозили лучшие книжки. Там я некоторое количество книжек купил. А потом я жил в Узбекистане, где местное население, оно не очень книжки покупало. Значит, вы не жили при коммунизме. И там я еще вы не жили купил. При коммунизме, потому что с 1961 года, когда, так сказать, на 22-м съезде была принята программа «Долой главное в марксизме диктатуру патриата», все долой, все, что было советское. Потом была экономическая реформа, все сориентировать на рубль. Надо сделать уже, если раньше вольфрамовую нить делали, чтобы долго служила, теперь надо, чтобы она меньше служила, чтобы больше зрели сгорали, чтобы быстрее покупали. А я вот, будучи, так сказать, школьником младших классов, поскольку я жил при коммунизме, это был 52-й, 53-й год и так далее, и я ходил на бассейн, я жил вот, знаете, на Московском проспекте есть дом с башней, вот я рядом с тем же номером жил, там там во дворе была библиотека, я одну книжку прочитал, пошел, а зачем она мне дома, я пошел во двор, взял другую, взял третью, любую, и это прекрасные книги читал. И всем хорошим я тоже обязан книгам. Аналогично. Всем плохим телевизору. Я точно так же читал, ходил в библиотеку, но мне хотелось многие книжки дома. Ну, а вы-то жили уже в переходный период от социализма к капитализму? Да. Значит, уже это все... Это был государственный капитализм, как я это понимаю. Это был переходный период, так и называется. Вот был переходный период от капитализма к социализму. Это с 17 по 36 год, по 35 примерно. А когда отказались от главного марксизма, то есть партия отказалась от того учения, которое, так сказать, делает ее партией рабочего класса и всех трудящихся. И, дескать, объявилась общенародная. Что значит общенародная? В абсолютном свете ничего не видно, как в абсолютной тьме, говорил Гегель. Ничего не видно. Раз мы отделили всего народа, а народ – это мы. И вот после этого началось разложение, началось уничтожение этого дела. Вот всего того, что было раньше строилось и развивалось. И поэтому это уничтожение проходило 30 лет. Вы в этот период, как раз, как вы мне объяснили, и жили. Поэтому вас все потихонечку забирали. А сейчас еще больше будут забирать. Сейчас уже все наладилось. Сейчас это не в порядке исключения, а в порядке правила. Надо добирать. Вот цены растут, они же в порядке правила. Это правило, скажем, прописано в книге Кейнса, лорда английского, Джона Мейнарда Кейнса, великого экономиста, очень хорошего, который сказал, что все, надо с рынком заканчивать, рынок уже это приводит к постоянным кризисам, Маркс прав. Чтобы это не было, надо государственное регулирование экономики. Вот наши вот сидят, которые в экономических так блоках и финансовых, они этого не усвоили, они кейнсианства не знают. Они все по-прежнему, рынок все решит, как Адам Смит. Это то, что Пушкин читал. Да, они вот как Пушкин, так и они. Вот на уровне того, что Пушкин читал, они управляют страной. Я считаю, они на уровне книжки «Незнайка на Луне». Вот там капитализм. Ну, был, там сильно. Это очень книга, высокий там, уровень. Там высокий уровень. Это они не дотягивают. Они первую книгу прочитали, а это уже «Незнайка на Луне», это же следующая книга. Это, ну, как люди, вот еще первый том «Капитала» листают, а потом, вот я преподавал на экономическом факультете на отделении экономической кибернетики. Так. Ну, это никакая не кибернетика, это применение математики в экономике. И вот я спрашиваю на 4-м курсе, кто прочитал хоть один, это экономисты, хоть один том «Капитала» Маркса? Один человек. Один. Ну, что тогда будет? Ну, что вы хотите? Что вы хотите от них? Что они читали? И наоборот, я скажу, есть такая книга «Селегмен. Течение экономической мысли». Кто в лес, то по дрова. То есть никакой там науки нету, так сказать, концепции всякие есть. У Маркса наука. И тут, как говорится, все с этим согласны. И если вы хотите дальше идти вперед или назад, ну, или вперед от Маркса, еще дальше, или куда-то что-то ломать, от этого отходить. Ну, основы-то капитализма все заложены там, все это понятно, что... И следующий шаг – это государственное регулирование экономики. Ну, везде государство регулирует. Наши тоже регулируют, но в порядке извинений. И говорит, извините, мы должны создать кораблестроительную корпорацию. Иначе, потому что в ларьках корабли не построить. Вот это додумались. Без всякой теории додумались, товарищи. Практики там сидят. У нас там, кроме теоретиков, сидят практики. Там тот же, скажем, Владимир Владимирович, он теория, но он знает, что если не будет кораблестроительной корпорации, не будет. Самолет можно сделать в ларьке? Тоже. Мелкий бизнес делает? Ну, коз там вырастить может, но самолетов нет. Начали делать. Потом вот Дмитрий Анатольевич недавно выступал. Последняя корпорация, которая у нас была создана, это... Роснано? Нет. Это Роснано раньше было. Роснано это чтобы не давать деньги Алферму, Нобелевскому лауреату, чтобы на самом деле сделали там производство, так сказать, полупроводников, как следует поставить. Деньги дать тому, кто умеет их потратить, Чубайсу. Вот. А вот Академия наук... Ну, что Так вот, последняя корпорация – двигатели строительные. Ну, потому что уже все сейчас, только иностранные, а у нас санкции, и все. Не будет двигателей, не будет кораблей, не будет самолетов, все, конец. Угу. И вот Дмитрий Анатольевич выступает, говорит, вот по идее вот мы должны уходить, государство должно уходить из экономики. Куда оно должно уходить из экономики? Куда уходить из экономики? Ну, иначе у нас не будет двигателей, поэтому мы вынуждены создать. Угу, угу. Вынуждены создать двигатели, строительную корпорацию. И вот много корпораций уже есть. Вот у нас же есть Ростех. Ростех-то есть? Да, есть. Так вот и есть. Вот теперь они идут и разрабатываются. И хорошие двигатели. Угу. Прекрасно. А что, вы не знаете, что американская ракета «Атлас» на наших двигателях работает? И они думают, как от них отказаться. И все никак не могут, потому что лучше не сделать им. Потому что надо еще соображать. А что, русские плохо соображают? Кровавый сталинизм, да, вот, наследие. Это все, этого. Начали это, все Берия же занимался этой всей штукой, атомной программой. Довел американцев. Да. Довел. Там даже в университете, там зона А, зона Б в московском до сих пор. Угу. Да. Это про что? Зона А? Ну, как называются вот эти там блоки. А-а-а. Я сначала удивился, почему так. Оказывается, был главный архитектор Берия. Вот. Ну, а, что... вот ваши курсы, да, а вы вот к чему? Вы к тому, к чему людей готовите? К тому, чтобы вернуть то, что было, или к тому, чтобы сделать лучше то, что есть сейчас? Нет, я думаю, что сказать, вот, главное противоречие какое при капитализме развивается? Между общественным характером производства и частной формой присвоения. Ну, все общественное. Угу. Вот вы сейчас вот для какого количества народу вы работаете? Ужас. 738 тысяч. Ну, ужас. Вы понимаете, что вы общественный человек? Да, не важно, какое у вас особое мнение, а просто по факту. Да. По факту вы человек общественный, влияете на огромное количество людей. Ну, миллион, ну, грубо. Ну, миллион. Миллионер. Да, миллиончик. Не все миллионеры влияют на такое количество людей, как вы. Миллиончик. Ну, и так все. Вот кто? Любой завод делает же, если не на весь мир, то на всю страну. И это все дальше и дальше усиливается. То есть все общественное, все производство. Дома строят. Вы посмотрите, какие строят дома. Разве это один человек построит? Нет. Нет, правда, говорили, что вот Монферран построил Исаакиевский собор. Я сомневаюсь. Вот я думаю, ему тяжело было, особенно вот эти вот колонны вот ставить. Да. Согласитесь, да? Конечно. Но остальное да. Вроде так, ну, можно. Время идет, да. А вот колонны... Не просто. Тяжело. Или вот расстрели. Шлифовать трудно было. Да, а расстрели, посмотрите. Да нет, шлифовать можно, долго только будет. А это вот поднимать. Расстрели смольный. Это ужас, понимаешь? Один расстрели построить такое. Это же ужас, как он смог сделать. А такой красивый еще. Ну, красиво придумать можно. Построить это немыслимо. Но это же не принято у нас писать, так сказать, кто там это строил. Есть построил один архитектор. Все это при феодализме строили сообща, все сообща. Даже в деревне даже дом, если деревянный, это он... Само собой. Да. Соберутся миром. Толпой, и, да. Ну, пока он обрабатывает бревна, а вот когда надо собирать толпой. Это сейчас раз, один умер, второй умер, надорвался, потому что в одиночку делают эти самые дома. То есть я хочу сказать, общественный характер производства, он только усилится. Тут ничего тут не попишешь, против Маркса не пойдешь. А Маркс просто не пошел против действительности. Действительность какая? Хоть капиталистическая, хоть феодальная. Идет и растет, и растет, и растет. Но и в этих условиях, сказать, а как можно это частно присваивать это? Вот весь народ работает, а некоторые это живут как сыр в масле, а весь народ впроголодь. Говорят, будем еще хуже. Как говорит Улюкаев он? Я, говорит, министр экономического развития и торговли. Мы, говорит, думали и придумали в правительстве. Надо привыкнуть к новой экономической реальности. А какая новая экономическая реальность? Раньше была инфляция 7%, а будет 12%. А что такое 12%? Значит, 6% вашей годовой зарплаты будет изъято из ваших карманов. Ну, то есть, бумажки никто не будет вынимать, а просто вы на них меньше купите. И все. Это Кейнс предложил. Говорит, да не надо там эту драку устраивать между собой. Вы на заводе будете с директором. Зачем это надо? Государство должно просто повышать цены. Оно и повышает. Но оно не объявляет, что оно повышает. Он говорит, просто затраты выросли. Вот приходят люди там в январе и говорят, в Думу, говорит, надо... Естественной монополии все же труднее, у нас все меньше затрат. Ну как меньше? Посмотрите, у нас продуктов все время больше, а работников все меньше. Ну уже видно, что производительность туда растет. Конечно. Это же ясно любому. Да, да, но это для этого надо что-то соображать, а если вы не соображаете, а слушаете, что вам говорят, просто так сказать, люди, которые особое мнение высказывают, то, конечно, у нас все растет. И вот, значит, при этом приходит, говорит, надо вот нам поднять на 20%. В Думе говорят, да вы что, мы народные заступники, ни за что 20% не будет, 15%. 15, тогда они идут в правительство. Те говорят, ты что, с ума сошли? 15. Какие 15? 13. Ну и там еще есть президент же. Говорит, я не допущу 13, 12. 12. Нормально, да? И так каждый год. Угу. Все время. То есть сначала платят, потом забирают. А вы считаете, что образованием снизу это можно забороть? Или образование снизу приведет к тому, что наверх поднимутся? А вот вы посмотрите, как у нас было в России. У нас появились сначала советы. Советы, вот когда первый раз появились, у нас появилась демократия. Вот смотрите, у нас не было же, у нас был царизм, самодержавие. Да, когда Дума появилась? После создания советов. Когда создались советы в 5-м году. Угу. И вот на волне создания этих советов, ну там где-то вот стрельба была только в Москве, а больше нигде. Угу. А советы появились? Везде, да. Нет, появились, советы были во многих городах, но Дума-то появилась в России. Угу. Дума появилась. Сначала Булыгинская, потом стала действовать. Вот такая действовала Дума, что даже от названия Верховный Совет отказались в 1993 году, и Думы назвали. А кто эту Думу протолкнул? Народ. А до этого, пока народ не поднялся, не было Думы. То есть эти демократы, вот с которыми, зачем вы их ругаете, они вот должны бесконечно благодарны вот этим трудящимся, которые рабочим, которые создали советы, и на волне, так сказать, борьбы за советы, они вот добились того, что лучше, говорит, Думу сделаем, только не советы. Раз. Второе. Значит, как были советы, кто сделал вот в 17-м году? Что, большевики? Во-первых, большевики их не изобретали. Нет. И в 5-м году, и в 17-м. А в 5-м году вот есть такая книга «140 бесед с Молотовым». Хорошая. Хорошая книга. И вот там Молотов рассказывает. Вот я, говорит, член русского бюро ЦК. И Шляпников. Нас двое. Мы ходим. Что происходит в России, в Ленинграде, в Петрограде? Что-то происходит. А мы не знаем. А кто знает? Алексей Максимович. Надо пойти к нему. И вот они пошли к Алексею Максимовичу. Открывает дверь. Он говорит, во! Члены русского бюро ЦК. А вы знаете, что у нас создан Петроградский совет рабочих депутатов? Нет, говорит, не знаю. Какие же вы члены русского бюро ЦК большевиков? Идите. И они мы пошли. И мы пошли, говорит, пешочком, пришли к Таврическому дворцу, огни горят, охрана. Мы говорим, а что это такое? Говорит, тут съезд рабочих, совета рабочих депутатов Петроградского. А кто председатель? Керенский. Ну, не Ленин и не Сталин. Не надо. Совет был создан Петроградский, Керенский там. Керенский ему доложили. Говорит, доложили, что пришли члены русского бюро ЦК РСДРПБ. Вышел Керенский и провел их в президиум. Добро пожаловать. Да, и Молотов пишет, что он тогда был Скрябин еще. Мы вошли в совет. Надо было войти в совет, мы вошли в совет. И вот они стали, благодаря Керенскому, там, вот в этом совете. Потом, значит, все знают это вот выступление товарища Ленина на первом съезде, что есть такая партия, помните, сейчас нет, говорит, выступают меньшевики, говорят, нет такой партии, которая может взять власть. А кто это, где это он сказал? На первом съезде Советов. А кто этот съезд собирал? Ну, не большевики, они там в меньшинстве были. Ленин там на галерке сидел сзади. Есть, говорит, такая партия. А знаете, где это помещение? Вот у нас съездовская линия называлась. Василий сказал, сейчас называется Кадетской. О, боже. А это съездовская. А почему съездовская? Там первый съезд был. Вот это помещение теперь отнесено к университету Санкт-Петербургскому государственному. Теперь все хорошо. Уже вот это помещение у Санкт-Петербургского государственного университета. Жизнь налаживается. Может, или пошлют нас лекции там почитать. Жизнь налаживается. Так вот, собрали когда эти советы. Их кто создали? Большевики? Нет, народ создал. Но народ, если он советы создаст, все будет мирно. Вот если советы не создат, черт его знает, народ голодный, обозленный, что будет? Вот надо побояться, надо обозленного, голодного народа. Вот кто хочет, товарищи, лучше поделиться. Согласен, делиться надо не только со своими бизнесменами, вы еще поделитесь немножко с народом. Но вам же говорят... мы чуть-чуть отклонились. Да, вот там в 3-5 раз благосостояние самых давайте вернемся. А у нас 32. У нас 32. В Америке в 9, у нас 32. Ну, официально 16. Ну, вот у нас член президиума Академии наук выступал. Он говорит, я считал все. Ну, в целом 32. Это бесит. 32. Вот он говорит очень просто. Говорит, давайте вот из этого вот часть денег, из этих вот с высшей категории, которые 10%, которые получают в 32 раза больше, мы перекинем в нижнюю и получим мы в 9, как в Америке. Ну, чем вам не нравится, как в Америке? Это же ваш образ. Ну, это уже следующее. Это вы экстремист. А я вот равняюсь на Америку. Вот я и на ключевую ставку, чтобы она была до 0,5% равняюсь. Так? И что надо производство свое поднимать, интеллектуальное. А у нас только сборка и сварка. Ну, если нам привезли всякую дрянь, чтобы здесь вот грязь всякая была, чтобы вредное производство было, чтобы вы сваривали, и глаза у вас лопнули, чтобы вы дышали, и чтобы вы умерли раньше. Вот это все к нам привозится, говорят, вот у нас производство автомобилей. Да не производство у вас автомобилей, у вас сборка идет автомобилей. Это как вот набор идет на Всеволожский форт. Вот там нарисован электроотверточник и все. Ну, что они делают? То есть, это тяжелые, вредные, монотонные. А говорят, одно рабочее место в автомобильной промышленности, ну, в Тольятти, создают 7 рабочих мест вокруг. Да, создает. И вот мы, у нас вот, ну, мы немножко изучали не только вот вокруг автомобилей все, а что вот для того, чтобы были автомобили, надо создавать средства производства. Вот, наверное, вы знаете, это еще раньше было распространенное знание, что вот есть два подразделения в общественном производстве. Предметы потребления и средства производства. Если у вас есть средства производства, у вас будет высокая производительность труда, у вас будет много предметов потребления. А если у вас только предметы потребления, вроде нефти, то вот люди, которые ее перерабатывают, они получают основную прибыль, а вы получаете гроши. Так вот, а в производстве средств производства есть средства производства для производства средств производства. Это группа А. Есть группа Б. Если у вас только группа Б, для автомобиля у вас машины есть, а машины у вас не выпускаются, станки не выпускаются. У нас в 100 раз упала машина. В 100 раз. Вот я, скажем, лекцию читал на заводе имени Свердлова. На экспорт были станки на набережной Свердлова. Где этот завод? Нету. Около Гренадерского моста был завод имени Ильича. Недавно прохожу, написано золотом на доме. Ильич. Вот, думаю, дают. Офисный центр? Да. Как вы догадались? А я думал, что и завод. Мы в нем сидим. А я думал, что завод возродили. То есть, почему бы не взять пример Соединенных Штатов Америки? Вот, и я призываю к этому. Почему? Надо вот с чего-то начинать. Нет, да? Нет, но потом надо брать. Ну, вот так нельзя считать, что вот это вот империя зла, там ничего хорошего нет. Ну, как ничего хорошего? Они говорят, они бандиты, они деньги печатают. Ну, вы наберите такую силу, что вы будете печатать деньги, их все будут по всему миру принимать. Значит, у вас силы такой нет, а у них есть. Откуда сила? Да у них экономика развитая. Я вот, когда писал докторскую свою, я считал, на каком месте какая страна по производительности труда. На первом месте Соединенные Штаты Америки, никогда мы их не догоняли, и в советское время не догоняли, как бы мы ни изображали, мы быстро приближались, пока не перестроили свою экономику. Сейчас мы, конечно, откатились далеко-далеко. На втором месте была Франция. Вот говорят, Франция независимую политику ведет. Ну, у вас будет, когда на второе место по производительности труда в мире, так будете независимую вести. А если будет 22-е, то кто с вами будет считаться вообще? Вы вообще никто. Сейчас говорят, это, говорит, независимая страна, сейчас Сербия. Какая она независимая теперь? Расколошматили эту самую Югославию на мелкие кусочки. И говорят, что это мелкие маленькие кусочки, они совершенно независимы. Они независимы теперь от своего народа. И зависимы полностью от НАТО, от того, что скажет дядя Сэм. Я думал, что в Германии производительность труда выше, нет? Нет. Потом идет, на третьем месте стоял СССР. А дальше идет Германия и Япония. О как! Потом, значит, как начались эти вот процессы перестроечные, так сказать, как говорят, демократия в экономике. То есть, когда вместо того, чтобы, значит, выкинули мы показатели производительности труда, сориентировали на прибыль, рентабельность, реализации, просто на деньги. Так. Все стали гнаться за деньгами, а не за тем, чтобы думать о том, как сэкономить. Вот, скажем, современная экономическая наука, там, вот ее разрабатывал Василий Яковлевич Елемеев, доктор экономический, доктор философских наук, Виктор Георгиевич Долгов. Так, она состоит в том, вот можете почитать, есть широко распространенная книга «Выбор нового курса», я там тоже был один из авторов, что надо смотреть, оценивать предприятия по тому, сколько экономили, какую экономию дали вы потребителям. Вот если я, скажем, использую трактор, бульдозер, то вот благодаря вашей работе и вашему бульдозеру и трактору я сэкономил вот столько-то миллионов. Вот этих миллионов отдайте производителям половину, а остальное, пожалуйста, возьмите себе. А оценивали потому, сколько я затратил. Даже научный труд оценивали по затратам на него. Вот сколько я съел, это, а так оценивается научный наш труд. И так оценивали по объему. Глупость такая. Ну вот, если вот взять дальнейшее движение, мы поехали назад со своей производительностью труда, начиная с реформы 1965 года, с ориентацией на рубль, а Япония и Германия вышли, заняли наши места. Теперь, значит, США, Франция, Германия, Япония. А мы на каком месте? Ой, сейчас вообще это не узнать, это секрет. Я бы еще привел пример. Секрет почему? Потому что раньше, значит, как вы уже говорили, в мрачные годы тоталитаризма, каждый год выпускались сначала справочник в январе СССР в цифрах, и все экономисты, мы все сразу листали, как у нас динамика-то. И справочник «Народное хозяйство СССР» через некоторое время, вот такой толщины, по всем параметрам. А сейчас, если даже вы залезете в статистику, там поменяли структуру этих отраслей так, что вы никак динамику ее вообще не узнаете, потому что она отрасль была такая, а теперь она смешана вот с этой, и вы не узнаете, что происходит. Но из этого мы знаем, что происходит, что есть малая ложь, большая ложь и статистика. Вот это мы видим. Потому что, ну, вы про производительность труда скажите, или что уж говорить про производительность труда, про смертность скажите. Ну, что у вас, как со смертностью дела обстоят? У нас же что происходило вот все эти годы, начиная ровно с 90-го года? Это, так сказать, такой крест России, да, то есть так вот рождаемость вниз. А и сейчас, говорит, мы решили продлить еще на сколько-то. Владимир Владимирович порадовал эту материнский капитал. А что, я думал, что этого пока не отменят, оказывается, надо продлевать. А что, не надо будет детей через 3 года? России не надо увеличивать население? Нет? Ни к чему. Ну, действительно. Ни к чему, вот я понимаю, в Германии не надо. Они, говорит, рассчитывают, что к ним набегут эти. А разбомбить какую-нибудь страну там вот в том районе. И оттуда побегут люди, тогда их прямо включить в производство. Они включают. Поэтому мне говорят, давайте, мы вас заставим работать, вы будете работать, и все мы вас, так сказать, научим, воспитаем, лишь бы вы делали самую грязную работу. У нас же тоже, так сказать, забирают людей, чтобы выполнять такую работу, которую не все здесь будут делать. Поэтому Европа получила вот бесплатную, так сказать, низкооплачиваемую рабочую силу. А до этого из Латвии туда бежали. В Латвию 1 миллион убежал из 3. Приведу пример. 1 миллион. Когда-то я на заводе работал токарем. К нам приезжал. Да вы что, я в школе работал токарем. А вот так. Первый разряд у меня. Гегемоном был когда-то. Да. И к нам приезжала французская делегация. Их там водили, показывают это, то. Здесь у нас типа цеха, вот, курилки, здесь столовая. А вот сейчас конец рабочего дня. И, в общем, обратите внимание, у нас тут стадион. Сейчас рабочие пойдут играть в футбол. Французы говорят, что не ослышались. Футбол? Да, футбол. Да, интересно. У нас после рабочей смены рабочий может только спать. Вот. Понятно, да. Замечу, при этом Советский Союз вот как раз после Франции был. А потому что мы с вами различаем производительность труда и интенсивность труда. Это если я так делаю, это не производительность труда, это интенсивность. Я трачу очень много усилий, а результат зависит от техники и технологии. Если, а технику и технологии кто должен притащить? Работодатель. И он должен не только притащить, вот я работодатель, а вы рабочий, токарь, да? Вот я вам принес новый станок, а это надо вам переучиваться. И с программным управлением, это то, это не просто, да. А я говорю, вот какая у вас есть зарплата, такая и будет. И индексировать не буду. Я скажу, да пошел он с этим станком. И этот станок сгниет и пропадет. И пропадало у нас огромное количество. Что нужно сделать, если я нормальный капиталист, как бы, думаю о возрастании своего капитала? Во-первых, надо амортизацию сделать, то есть все старые станки заменять. В 10 лет все обновлять, чтобы больше возраста, чем 10 лет не было. Кто-нибудь делает это? Нет. Почти никто. Они что делают? Они вот эту амортизацию собирают, денежки, это как бы затраты, и их перегоняют в прибыль и в офшор. Второе. Часть прибыли я должен направить на накопление, новые рабочие, новые станки. Ну, вот если я делаю... И амортизация дает моральное обновление, потому что не старые я буду покупать станки, а новые. Раз, производительность труда. Плюс еще суперсовременные станки я покупаю, вы также работаете, а получаете больше. Получаю я больше, конечно, чем вы, гораздо, если я работодатель. Ну и вы получаете больше, потому что я заинтересован в том, чтобы вы освоили. А я что, этих самых надсмотрщиков поставлю? Это что у нас, рабовладение? Что с кнутом будут стоять, а вы то, говорю, значит, не делаете, раз вас. Ну, плеткой можно было и преодолеть. Сейчас-то вы не заставите ничем людей. Поэтому, ну, это вот я смотрю на наших этих капиталистов, из кого они вышли, это шантропа. То есть это не настоящие капиталисты. Раньше капиталисты вот у нас в России царская, они из кого вышли? Из каких-то способных купцов, каких-то изобретателей, инженеров. Вот Форд, например. Да. Он же был изобретатель. Он что, говорит, делает? Я, значит, сразу повысил зарплату. Я покрасил в белый цвет, всю грязь вычистил, чтобы помещение было, все углы убрал. Так, я, говорит, вот решил, чем мои деньги будут куда-то уходить, зарплату выплатил, они пойдут покупать мясо. Мои машины, да. Не, машины, само собой, дешевые машины надо сделать. Дешевые. Почему дешевые? Потому что если я буду делать машины для богатых, нет, они будут я не смогу применить технику, потому что богатые будут с капризами. Сделай мне то, сделай вот это, и это будет ручной труд. А я изобретаю, я не хочу заниматься ручным трудом. Да. Конвейер. Поэтому я, говорит, буду делать дешевую машину. И даже я коров буду здесь проводить, но только не меньше, чем 200 голов. Потому что подсобное хозяйство. Так, нет, так я сделаю его механизированное, чтобы уборка навоза, это кормежка, все это тоже. А если будет 3-5 коров, то что же, это я этим заниматься даже не собираюсь. То есть, ну, человек умный, толковый, и что он от этого не стал миллиардером, что ли? Это был 1924 год. Книжка. Нет, так, ну, надо лучшие образцы. Надо лучше образцы. Еще меня там поразило, что если у человека нету ног, посадим его на конвейер крутить руками. Нет рук, пусть на педаль сидит, нажимает, пресс работает, но работает. Судились с ним капиталисты. С ним. А у нас где вот такие капиталисты, видите, в России? Нет. Ну, у нас народное достояние поделили, в общем-то. Вот, а дальше его можно уже, там сказать, дальше. Да, кому оно досталось, они почему-то считаются капиталистами. Ну, подводя, так сказать, итог первой встречи. Немножко у нас, наверное, сумбурно получается, но зато обозначились темы, на которые можно поговорить в дальнейшем. Да. Но мы все-таки мы выступаем не за мнение, а за знание. Так точно. И за истину. Вы, в общем-то, первый в моей жизни человек, который я вижу, который бодро мыслит диалектически. Никогда не думал. И с этой стороны, и с той стороны. Ну, у меня круг знакомств быть первым. Не тот. Хорошо. И еще вроде ни соревнования не было, а уже первый. Да. Просто приятно. То есть, меня от этого не оттащишь, от этого дела. Попробуем просветить граждан, донести какие-то мысли, Я думаю, что граждане, они с удовольствием, так сказать, это все воспринимают. Я просто знаю, студенты, например, прекрасно это все воспринимают. Все это с удовольствием люди воспринимают. То есть, вот сейчас, когда много всего непонятного, и, в общем, не очень высокого качества. Это не только в пище обычной, но и духовной. К знаниям люди тянутся очень. И надо, в общем, сказать, что здесь нужен и собственный какой-то посыл, что люди сами стремились получать. Не быть только потребителями, потому что на потребление не уедешь. Ну, если я потребляю, то я не воспроизвожу. Я вот объясняю студентам, что вы, если вы экзамен сдаете, вы производитель. Пусть вы там с ошибками, но вы это делаете, а я потребитель, сижу и слушаю. Правда, я такой потребитель, который оценку будет ставить, но все равно я потребитель. А вот когда вы лекции слушаете мои, ну, вы потребители. И вот сейчас мы говорим, и тот, кто смотрит, они тоже еще потребители. А вот они еще сами почитать, как Ленин говорил, например. Тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Я это почитал и обиделся сначала. Думал, что-то так как-то... Что же, верить нельзя людям, да. И дальше читаю. Я Ленина подряд прочитал, все. Второй раз встречаю другое утверждение. Кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый идиот. Ну, на этом я и успокоился. Поэтому вовсе я не призываю всех вот на доверие брать или просто на веру, то, о чем здесь говорилось. Вы проверьте, возьмите того же Гегеля, возьмите того же Маркса. Сами вы разберитесь в тех... На кого больше всего нападали всегда? На тех людей. Те, которые идут впереди, создают новое в науке. Ну, почитайте их сами. Я вот, например, Сталина очень долго не читал. Думаю, что его читать? Он же такой, и сякой, и плохой. Но я когда почитал, думаю, ну, такой способный человек. И вот собрание сочинений говорит о том, что он блестяще знал Ленина и очень талантливый человек. Очень талантливый. Даже не говоря о том, чем он там, какими делами занимался, потому что вот его Каменев задушили просто там на пленуме ЦК, раздолбали полностью, так сказать, что он не прав во всем. Потом заключительное слово, вот такой толщины потом в книжке. После этого заключительного слова, значит, Зиновия Камнева, соответственно, оценивают как людей, которые ничего не понимают в марксизме и в ленинизме. Человек вот умел бороться, бился и так далее, и благодаря своему таланту, и, между прочим, не думал так обогатиться. Ну, с чем он ушел-то? Или Ленин? Китель, штаны, сапоги и трубка. А вот как мы с вами сидим? Мы просто вот как Ленин и Сталин. Ну, сказать, что они богаче нас, в смысле материальном, не скажете, правда? Нет. Нет. Ну, синяя лампа. Потом у нас сколько ламп? Да, не снилось Ленину, сколько у вас ламп. Ну, у людей другие критерии были и, так сказать, требования к себе несколько другое. Да. Но, к сожалению, мозги у народа повернуты малость не в ту сторону, то есть вот к вопросу о советах. Но совершенно очевидно, что... Мозги поворачиваются в становление, а не в становление. Да, советы создали большевики, и их проклятую Совдепию тоже создали большевики. Нет, Ленин убил царя. Большевики пришли в советы и сказали, вот вам власть. Да. На второй съезд пришли и сказали, вот вам Петроградский совет. Взял власть, передает вам советов. Он куда пришел? На второй съезд советов. Уважать надо народ. А вот представьте себе, вот говорят, Ленин так вот рассчитал, это было рано, потом поздно. Что значит рано-поздно? Ну вот действительно, если вот Петроградский совет взял бы власть вооруженным путем, мирным, но вооруженным, и это была бы российская власть. Нет, сказали, что это такое? Петроградский совет хочет за всю Россию говорить? Так это раздавить надо, этот Петроградский совет. Или второй съезд советов собрался, разъехались по домам. Следующий съезд будет через 3 года. А тут и большевики раз и организовали вооруженное восстание. И что? А ничего. Опять Петроградский совет бы власть получил. Так надо задавить этот Петроградский. А большевики вот говорят, вот до этого рано, вот день, когда второй съезд, чтобы там осталось несколько часов, только взяли и сразу принесли. Это для вас. Ну, да, хорошо. Вот хотите, утверждайте правительство, которое вот это сделало. Хотите, не утверждайте. Ну, народ проголосовал, вот утвердить. А кто голосовал? Да крестьяне в основном. Ну, на съезде советов, что там прямо уж только одни рабочие. Ну, повторюсь, что... Очень мирно было все, хорошо. Понимание уже отсутствует, знание, то есть на самых базовых этих самых. Кто царя свергал? Я бы не так сказал. Это у нас такой спор, если полупустой стакан или полуполный. Да. Я вот за полуполный. Царя свергли. Понимание уже присутствует, но царя мало. Свергли большевики, нет. Убили большевики, одно, другое, пятое, десятое. Предлагаю провести легкий ликбез в самых разнообразных областях. Да, конечно, это правильно. Ликбез нужен. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Надеюсь, вам за только внимание. Первую, да, будем развивать. А на сегодня все. До новых встреч.